Сегодня в 12 часу утра на 113-м километре Серовского тракта в районе своротки к поселку Анатольская с одноименной железнодорожной станцией, ну, в общем, под нижним городом трудовой доблести Тагилом, случился неравный и смертельный бой между белым японским бездорожником Toyota Land Cruiser и значительно более мелкой отечественной Ладой Калиной с примечательными синими дисками на калошах. Декорация такая. 74-летний дедок на Калине катился по тракту из Нижнего Тагила в сторону Стольного Бурга. В районе Анатольской Лада вот что-то вдруг вспомнил, и ему срочно понадобилось развернуться на 180 градусов вокруг вертикальной оси. И он пошел на разворот, но при этом, по данным ГАИ, не занял крайнее левое положение. Ну, то есть рванул из правого ряда. А в это время за ним, по левому ряду, ехал белый крузак. По словам его пилота, коленовод включил указатель левого поворота и резко начал разворот. То есть слишком резко для того, чтобы рулевой ленд-крузера успел тормознуть или отвернуть. Судя по тому, что япошка оказалась после столкновения в кювете на боку, ее водитель все-таки попытался увернуться в сторону, но не успел. Мощный крузак носом влетел в левый, читай, водительский бок Калины, по сути, прямо в 74-летнего рулевого, и последний погиб на месте ДТП. Безжизненное тело зажало железом, и его выкорчевывали из недр металлолома тагильские спасатели. Сообщается, что в каждом болиде, помимо рулевых, ехали пассажирки, и обеих дам, из Калины и крузака, увезли на каретах в ближайшую травматологию Нижнего Тагила. Пилот крузака, несмотря на завал на бок, здоровьем не повредился. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения.